четвертый день ретрита, и я думаю, что сегодня будет еще более интересно и свежее. Шалом. Шалом. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Аня. Все было очень классно. Было классное прославление, мощное. Было очень ободряющее слово. Все было очень здорово. Давайте посмотрим, что же было вчера. Такое. Сейчас будем дверях. У вас в дверях. Прямо в дверях они меня застали. Мне надо уже бежать. Все, да. Сегодня последний, да, день ретрита. И что? Как жалко, что он кончается, правда? Ну, вы хотите, чтобы я что-то сказал. Я знаю. Я буду говорить так. Не только последний день ретрита, но и последняя моя проповедь будет на ретрите. Это последняя. Верю, что то, что люди говорят, что делают люди, важно. И главное, чтобы были результаты. Мне хочется, чтобы люди взяли какие-то семена и сделали решение. Вот решение менять свой образ жизни в служении, поведении, отношения, развивать другие какие-то основы, брать новые принципы для себя. Это, думаю, важно. Четвертый день ретрита! Ира, Ира! Привет! Ну давай ответь на пару слов, пожалуйста. Сегодня последний день ретрита. Скажи, какие у тебя ожидания? Очень хорошие. Ну, я знаю, что на последнее всегда Бог приготавливает что-то необыкновенное, поэтому ожидаю что-то такое, прям, не знаю, елей. Привет, куда ты идешь? На начало служения ретрита. Ты опаздываешь? Ну, сейчас уже будет время, поэтому да, скорее всего, я опаздываю уже. Давай в камеру три слова. Одесский мессианский ретрит, четвертый день. Ездить на остатках бензина, вот того, что оставалось. Сколько? Много.